Ребята, всем привет. Но оно того стоит. Стараюсь равняться на тебя, Кэм. Я не умер. Так, у меня посмотрим. Надо посмотреть, какое задание. Улучшить постройки. Понял. Но у меня нету этанола. Надо его раздобыть. Осталось улучшить две постройки. Видел тебя с Карминой. Ладно, посмотрим сейчас. Помню почти такую же собаку. Тебе не мерещилась поющая девчонка в кружевном платье? Что это такое? Медь. Так здесь тоже запасы лежат, если полазить, да? Смотри. Всякие штучки лежат. Фига, какая лысая гора. Погода испортится, или предстоит нереальный махач. Понял. Сейчас выполним какое-нибудь задание. И наберем этанола. Неподалеку стоит амбар, где рейдеры красят свои тачки. Говорят, у них там есть чем поживиться. Мне кажется, ты знаешь, что делать с этой информацией. Так, надо с собой кого-нибудь взять. Журнал. Тайник. Не думал, что Кармина вернется. Да еще и с подмогой. Походишь, мое, научишься делать обувь из чего угодно. Так. Продать все. У меня есть вот винтовка, да? Зена, у меня вопросы, да. А улучшить как-то можно?
Так. Допустим, УЗИ взять. Так, и мне нужен чувак какой-нибудь. Отряд. Вот его назначим. Уже иду. Догонишь что-то. Вместе у нас все получится. Надо тачку сделать. Квадроцикл. Ага. Нужно бы раздобыть овечьи кишки, а то достало вынимать член в последний момент. Моим старым ногам нужен отдых. Все отлично. Из тех вещей, которые следует оставить в прошлом. Нам надо растения взять. Травы полезны, если знать, травы. Что с ними делать. Поехали. Едем. Карта. Что там? Дробовик, да, нафиг нужен. Пошел.
Твои. Поехали вот на этом. Я готов. Это гражданские, да? Что у нас в этой тачке? Что за машина, интересно? Так, ладно, ее пока не будем брать. Сейчас возьмем квадроцикл. Ты где? Фига тебя откинул. Сейчас поможем. Больно. Спасибо. Это крушение. Мне жаль. Короче, вот это вот надо транспорт отвезти. Что-то, что пригодится нам. Вот этот транспорт надо отвезти к нам. Он что-то мне за это будет. Я так думаю. Надо так что отвезти карту. И вот так вот. Я готов. Займет всего минутку. Моим старым ногам нужен отдых.
Так, а еще один олень. Он не здесь лежал, а другой. А другой убежал, походу, ладно. Да, на небеса мне пока рано. Едем. Детонатор даже есть, ну, так, запас нормальный. Никогда не любил охотиться, но приходится перезаряжать. Фига себе, ёлки-палки. Хочу насладиться тишиной. Это зря я, значит, и вез ее эту машину. Ну ладно. Не думал, что... Значит, там другое место. Нам сюда, ну все, потом будем сюда ехать. Ой. Ты где, дружище? Я промолчу, пожалуй. Так, мне надо его опять нанять, этого чувачка. Вернуть в строй. Все. Я уже в пути. О, отлично, давай. Будем биться за правое дело вместе. Моим старым ногам нужен отдых. О, опять северное сияние. Ноги подводят меня. Добавили в игру. Лучше, чем идти пешком. Эй, понял. У нас гости! Где?
Давай, вставай. За тобой. Мне благоволят высшие силы. Так, а как бросить? Ну, вон, гранату, потом посмотрю. Сейчас посмотрю управление. Настройки. Так, а как бросить гранату-то? Веди. Понял. Поехали, ладно. Жду твоих указаний. Давай, догоняй меня. Я готов. Едем. Сейчас так приедем. Еще один мертвец в грязи. Сейчас мы вас освободим, чуваки. Одного. Ты вернул мне веру в человечество. Не благодари. Поехали. Поехали. Тебе.
девушки. Нихрена себе. Ваш поезд навлек беду на всех нас. Смерть не должна быть напрасной. Так, идем дальше. Значит, пешочком пойдем, что тут. Взорвал наш транспорт. Это было предрешено. Освободите. Двигаться. Зараза. Зря нарвался, наверное, конечно. Нет. А, вон он. Приближаемся к вам по дороге. Тереть, блин, с ракетниц херачат. Что такое? Что такое? Салют.
Сейчас подумаю, сейчас я здесь полазю еще. Столько пищи для размышлений, прямо пир. Нужно всем рассказать, что теперь нам есть где чинить. Раньше я проводил здесь много времени. Приятные воспоминания. Так. Может, тут что-нибудь интересненькое есть? В бункере время теряет всякий смысл. Ночь не кончается. Солнце не встает, и ты не знаешь, когда пора начать что-то новое и забыть о страхе. Надо, короче, ограбить его и освобождать. Так, у нас карта, у нас теперь еще одна база. Аванпост. Сейчас попробуем еще раз освободить аванпост. Что это такое у нас? Ракеты очень опасны на большой дистанции. Перемещаюсь.
блять, горим, горим, горим. Конец, походу. Удерживайте дорогу, мы идем. Хорошо, держу. Ёлки-палки, нифига себе у него там. Граната, что ли? Король какой-то крутой. А, я знаю, куда ему надо стрелять. Бежим быстро, 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 быстро. Аптечек у меня больше нету.
мы снова это сделали. Тебе повезло выжить. Ну и ладно. Мы это сделали. На базу вернуться. У меня этанола много. Сейчас улучшать здание будем. Что ты хочешь помочь процветать? Я бы примкнул к психам в масках, но они слишком жестоки. Еще один херовый. Спасибо, рейдеры. Рейдеры вновь заняли мастерскую. Теперь ее охраняют их лучшие бойцы. Один херовый день. Спасибо, рейдеры. Так, и что еще лучше-то? Здесь, кажется, люди многое повидали. Еще до того, как все бах. Давай улучшим. И еще что-нибудь. Лабораторию улучшим. А, все. Ну, отлично.